Собаки напали на Деда Мороза ТСН и с радостью облизали ему лицо. Сразу два мопса на перегонки встречали команда Тюменской службы новостей. Символы предстоящего года, а точнее их хозяева, дольше других участников боролись за главный приз. Спустя три дня им улыбнулась удача. Напомню, в группе Тюменского времени ВКонтакте проходила акция, участники которой получают живую ель. Сегодня мы доставим оставшиеся подарки, а уже завтра во время трансляции подведем итоги нашего предновогоднего конкурса.